здесь игрок, здесь, здесь, Саша, здесь и один в середине. Когда мы в атаке, понятно? Один у ворот, другой в углу. Четкая стратегия, слаженная работа, а также сила, ловкость, мужество и бесстрашие. Ведь на льду в этом виде спорта нет места трусу. На площадке только настоящие мужчины, даже если им всего по 10 лет. Если в тебя шайбы попадут, будет очень больно. Трусить тут тоже нельзя, потому что катаешься, вот соперник на тебя едет, ты испугался, все, и отъехал. Шайбу пропустил. А ты? Я нет. Первые соревнования в ежегодном городском турнире «Золотая шайба» обещают по-настоящему космическую игру. На ледовом поле столкнулись команды «Сатурн» и «Космические аллигаторы». Ассоциация с тем, что космические летают в космосе, быстрые аллигаторы. Вот. А аллигаторы страшные? Да. «Золотая шайба» проходит в городе уже более полувека. И в этом году турнир собрал рекордное количество команд – 22. Для сравнения, 2 года назад было всего 8. Соревнования пройдут в 3 возрастных категориях. Соревнования «Золотая шайба» дали нашему хоккею много великих хоккеистов. И я уверен в том, что и в дальнейшем они будут появляться на наших вот этих вот дворовых площадках и принесут славу нашему хоккею. Победители соревнования в Самаре выйдут на лед против лидеров среди тольяттинских команд. Ребята будут бороться за выход в финал областных соревнований «Золотая шайба». Марина Матвеевна, Алексей Золотенков. События.